Правила дорожного движения существуют не только для автомобилистов. Бытует мнение, что главный на дороге – пешеход. Некоторые граждане пересекают проспект, не глядя по сторонам и не спешиваясь с самокатов. Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни нарушал правила дорожного движения. К сожалению, иногда мелкое нарушение приводит к тяжелой трагедии. Очень большое число дорожно-транспортных происшествий связано с нарушением правил самими пешеходами. Простые, казалось бы, истины твердят нам с детства, но каждый день на улицах города можно наблюдать, как пешеходы бегут на красный свет, забывают сойти с самокатов и велосипедов, пересекают проезжую часть вне пешеходного перехода. Из-за этого даже пришлось вернуть часть ограждений вдоль проспекта Красной Армии, а это не добавляет красоты нашему городу. Допустим, около русского дворика опасные, на кооперативной, на проспекте, напротив Макдональдса вернули заборы. У Белого пруда вернули заборы. Много участков, где происходили наезды на пешеходов. Мы разговаривали с ГАИ, принимали решение, что там все-таки необходимо поставить, потому что людям, наверное, трудно дойти 20-30 метров до пешеходного перехода и перейти безопасно и правильно, как это должно быть. Инспекторы ГАИ не устают следить за нашей с вами безопасностью, но многое зависит и от нас с вами. Пешеход зачастую забывает основное. Когда они подходят к пешеходному переходу, они забывают о том, что водители автомашин могут их не видеть. Много есть таких мест, как напротив администрации, в центре города у Белого пруда, где пешеходы, экономя свое время, спеша куда-то на работу или непонятным причинам, ленятся дойти до ближайшего пешеходного перехода. За нарушение правил дорожного движения пешеходам предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей. Хочется напомнить, что нарушение правил дорожного движения – это опасно в первую очередь. Сотрудники ГАИ Сергиево-Посадского округа даже в свой профессиональный праздник считают важным напомнить о том, что проезжая часть – не место для беззаботных прогулок. При съемке этого сюжета никто не пострадал. Но не забывайте, что в реальной жизни путь к трагедии, как правило, длиною в один миг. За помощь в организации съемок благодарим инструктора по вождению Алексея Беликова. Светлана Володина, Антон Коврижных, Сергей Власов, ТВР-24.